посмотрим. То, что мы только что смотрели, было в ноябре аж прошлого года. Нормально слышно? Кажется, что было вчера. Это было самое начало гонки Simple из-за льву. Тогда еще Simple настрелял аж на 30 фрагов больше. Вел 2-0, но уступил 2-3. Радости Апекса не было, блин, предела. Вот так вот бывает. Тащишь команду изо всех сил, но проигрываешь. Играешь лучше всех? Ага, топ-1 другой. Согласись, это охренеть как дезморалит. А представь, каково такое пережить дважды подряд. Но как я уже однажды говорил, чтобы выиграть Кубок Стэнли, Овечкину потребовалось 11 сезонов НХЛ, 1124 матча, 668 шайб, а также 7 раз до этого стать самым результативным игроком сезона. Саню, еще 6 лет, и мажор твой. Снова новый пиджак у Додика из Мари. А если б не хейтил, может и не... Сейчас, секунду, ребят. Так он голосовой отправил. Дорогой, приветик. Я тут решаю, надо решить, что мы сейчас будем делать. Сейчас пока по КС-очке отмены. Спасибо большое за предложение. Обнял, приподнял, пупочек поцеловал. Окей, окей. Сал, хорош хейт, мать стирать устал. I'm on the T-side for Na'Vi. That's simply not good enough. Да, чем мне надо good enough? Тьфу! А че на Додик время-то тратить в конце-то концов? Поехали же, наконец, первая карта. Данюк, пик команды Na'Vi. Виталити, надо сдвинуться. Финал лузеров. Ставь ролику лайк, авансом. Ой. Не понравится? Расстегнул. Верну два. Первая пистолетка. Na'Vi решили постреляться на улице. Ну че там их эти шоксы за ему хорошо так приняли прямо. Еще и на рампе отъехал сплиттер. Только Кири. На видосе много запреток? Осуждаем. Что за запретки? Глок, я тебе в ролике про Астралис рассказывал. Но Виталий все равно забрали себе первый пистик. 0-2. Три горилла. Орех сидит на этом на ящике. Ты ему Саня Сибил говорит, не кисни, на ящике зависни. Отлично. На халяву Додика забрали, а красота. Na'Vi группируются и идут на верхний план. У них хороший отработанный заход на верхний план. Понимаешь? Еще РПК походу не разминался. Отличный раунд. Вот если Na'Vi так будут перестреливать, никакой заебу Саня на таких серьезных сидит. Кстати, всегда. Этот случай будет в следующем раунде. Эрик и Симпл. Да черт, сука, это чертова улица. Второй раз, на самом деле, точно такой же ранг, как и пистик, да? Тоже Эрик сдох, Симпл сдох, и только вместо Бумыча даблкил дал Флеймон. Нахрен ходить-то на нее, если она такая говеная-то? У Блина сейчас эти глаза-то наружу, ладрюх, лови их, сейчас убегут. 1-3. Ну вот, вот. Есть осуждаем, же осуждаем верный, всякие умеете, слова такие. Нормально, могете, то же самое наступного в Блейд ты и сказал, как я, да? У Виков полкоманд в моликах сгорело, блин. Арбайт Махт Фрей. Осуждаю, Апекс, стоп, падла от крысюк, зараза. То под флешку он что-то там. То обойдет, как на честный бой ты выходи, сдохнешь сразу, сука. Перфект, 1-2 остался. Почти там шок тоже. Шок. Такие они, конечно, эти витьки. Не могут выйти сразу стреляться. Не могут. В общем-то, 1-4 начался счет. Да ладно, нифига себе он его забайтил. Взятая витьками пауза на этом счете говорит о том, что все-таки что-то у них да есть обсудить в команде, да? А вот, в общем-то, почему Na'Vi, зная, что витьки сдохли вчетвером, берут бай, и с учетом бомбы спокойно хватает, это витьки хотели законтрить, ворвавшись на это. Я не знаю, как это лучше называется. Лучше вообще не оскорблять никак никого. Нуль, что это там? В идеале. Мейн, всем планом, нарвались, сука, на боксера, два додика, не знали. Пожалуйста, все, раунд есть. А что у него за слово? Говорю, пацаны, верхний плент, дверь в шоке. РПК в такой шок, с бедняга разменивает все, витьки отыграны. Шикарно. А что у Райза за новое слово через каждое слово? Зачем? Вот чья самая главная тактика выхода. На. Ну ты не плачь, Аксинь, ты ладно, ты не плачь, все хорошо. А там эко. Та-т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 а. Ну все, больше у Витальти все как обычно. Лягуха в соло. В соло тряханул немножко Штанька его, ух, немножко так разбудил. Петрик тоже сначала упал, подумал, блин, как я не убил, а потом думает. Ах ты его не убил, ты Симпл в конце концов или я. Отлично. А что, любишь Витальти? Плохо, все. Чё-то я это, ну да, ну зараз, зайву. Что за его? Ну, осуждаем, если это запретное слово, действительно, ну, то осуждаем его и поддерживаем. Утра-то тоже. Но я его вроде в списке не видел. Извинять крайся так, не это нобелевский лауреат, а что ты, сейчас сюда потечет. Вы, пацаны, ну вы... Вы, пацаны, ну вы, по-моему, планшет чуть не выпал. Ух, блядь, дядька Рай. Чуть, мы с тобой не стараемся, пацаны. О, что это пьет, молоко? Верхний плент, верхний. Вот, первого додика выкинуть, чтоб не мешалось, позорник. Осуждаем. На тебе, сука, и грат накидали, и все, и вылезли. Пожалуйста, ну рабочая стратегия. Ну, 7-6 за атаку, это ж отлично. Что ты? Блин, это чел такой эмоциональный, кстати. За атаку.
И что, кстати, 53% винрейт на КТ в хороших матчах, поэтому ты особо не думаешь, что там дохрена прям. Но проблемы Нави за КТ. Сначала оказались опенфраги, например, на пистолетке. Лягуха в пистике как выпишет здесь электронику бедному. Все, там дальше. Ну, обычный пистолет, ничего особенного. Потом снова опен не удалось добыть флеймон сдох, а потом этот, взять, куда стреляешь, купечки, ёб твою. Ну, короче, Нави проиграли две пистолетки, и еще и первый бай пришлось сейвить, поэтому, в общем-то, все не очень хорошо. 8-11. Но на магу тел похож. Наконец-таки выловил опен фраг на улице. Бомж домовой дуэли обыграл РПХ. Ну, ты не в числе, ну, посмотри, ну, у них все крипы, у них КД, плюс 1, плюс нет ни одного человека, кроме Зайву. И они выигрывают, сука, они ведут 8-11, уже 9. Если в первых раундах Нави были проблемы опена, то сейчас Витьки уже взяли тактикой. Тут ладно, надо признаться, смотри, обманули. Михалыч, видит, Кири смог, думает, ну, не вылезут же они смог. А они, гады, берут и вылазят прям в него. В секунду падает команда Нави, 9-12, ужасный счет. И они настолько, сука, наглые, эти лягухи. И, по-моему, если не ошибаюсь, в этот... А, нет, на это было на оверпассе. Это стрим было на оверпассе. Дурно, коэффициент 5 на ставку. Раз, на 10 тысяч зелени опять. Ну, естественно, ему 10 тысяч зелени. Фу, срать хотел, он не заметит, потеряет. Надо их на сотку штрафовать. И таки райзу в бюджет. Сколько я здесь сижу? 9-13. Счет плохой, но играбельный. И вот тут вот доигрались Витьки, доигрались НАТО. Наконец, задолбали они. На, сука, минус 3, перфекта. Как всегда, кто нас вытаскивает всегда за уши? Это было на все усроты в тельте сидят. Ну, Илюх, перфект, это все знают. Потом Денчик, Шакса. Шокс идет, вспоминает. Не было же ничего здесь. На статую похоже. Минус Шокс. Потом Ореху на бочке тоже полетит. Вот тебе уже и 11-й. Шокс. В первый раз, блядь, не понял. Пошел мстить. Опять вот Дэнсмок забрал. Хорош тебе. А Кирюха, между прочим, вот этот выход НАТО прочитал. Это Нави мастера камбэков. Нельзя. Нельзя вот так разбасываться раундами против Нави. Кир для Симпла на счет 12-15. И преимущество 6 раундов. Понимаешь, остался один. Вот бы мне так сегодня, и да, стрелять. Они такие, ну что, улица не получается, а планетип тоже не получается. Ничего осталось там. Ну пойдем вниз. А кто? Напомню, стоит внизу. Ваншот машина! Ой, а когда-то Нави успели подписать с хримами. Кто-нибудь ответит? Нет. Все. Атаки у Витьков. Спасибо нет, ты не было, надо признаться. За последние 8 раундов у Зайву 2 фрага, сука, поэтому и раундов-то у них и нет. Когда он не убивает, они не могут взять вообще Бумыч, ничего. Разошелся. Ну, Невера высрал на лайк. Ну, получилось у него, господи, раз в год. И Даня Зевс, блин, клатчи брал. Куда, говорит, лезем? Куда, говорит, сука, лезем? Ну вот это вот уже, понимаешь, раунды на лакичах. Они толком ничего не взяли за последние 8 вообще. Так тяжело высратый 16-й раунд для Витьков и так легко выигранный. Вот это да, это прям расстраивался, когда я смотрел. Опять королю, сука, тупой, опять королю рапы поперся. Ну давай, говорит, давай, иди сюда. Минус первый, второй, что-то там пукать. Толку-то ты смотришь, если у тебя понятия игры нету. Надо отъебись, дочек. А, вот это твое лицо, когда ходишь к флеймону на рампу, бля. После сытного обеда, по закону Архимеда, чтобы не откинуться, надо плотно вкинуться. 17-17, важный раунд, Симпл, опенит за его. Я как-нибудь устрою файт против подписчиков в КС. Крипы, мечники. И посмотрим, кто умеет играть, а кто нет. Шок спину убить не может, нет, да что ты пукаешь, сука, на тебе, на. И решающий раунд, 18-17. А имочку? Я, типа, нет, ничего не намекаю. Посмотрим там на твое понимание, дружочек. На верхний плент. Ну все, полетели. Главное не тормозить, не ссать. И не срать. 15-9 превращается в 19. Горит, дура. Давай, надо было в спину бить, додик. Только факи осуждаем. Показывать можно. Да, за тебя, сука, за его играет. Вот ведь наглый, да? Что-то враск... Что-то вы... Это как дядька Рай сейчас сядет туда вместо кого-нибудь. И будет дядька Рай. Не, Аимочку, чисто Аимочку. Я 600 лет играю, я меня в топ ХЛТВ, на пу на тебя. А игру понимает ли пусть муж? А что уже, по Аимочке отмена, да, я так понимаю? Ножки затряслись, да, у тебя, чел? Смотри, аккуратней. Поздравляю, дорогие друзья. Можем только и карту сыграть. Мы с вами смотрели самый популярный онлайн-матч в истории Counter-Strike. История пишется прямо сейчас. 233 тысячи. 200 с чем там зрителей. Охренеть, было 233 на русской трансляции. Что? А рекорд в общем вместе со всеми остальными. Охренеть. А вы думаете, дорогие друзья, кто у нас в лидерах этой карты в команде? Сейчас Саня Синий был с 14 фрагами с АВП. А опенов-то больше всего Кирилл Михайловича Бумыча. Зайву в 28 киллов. И он второй даже по рейтингу 2-0. Кстати, однажды Евгения Райза спросили. Евгения, можете ли вы дневник одной картинкой записать? Зачем я смотрел 30 минут? Карте. Я ей говорю, да легко. Ну. Ой-ой-ой. Оверпас. И команда Витальти. Помнишь, вчера я тебе показывал суперклатч девайс? Я сказал, что это самый жесткий клатч. Забудь. Я даже не знал, что сегодня произойдет такое. Самый сильный клатч. В этом году. Бум, о, нифига.
Ладно, я пошутил. Да. Теперь точно. Самый жесткий клатч последних 3 лет. А в этой ситуации реально стрёмно. Если бы Киря здесь убивал, у них бы не было никаких шансов. Сейчас бы был 9-7. А что вы на меня говорите? Вы видели, как бывает? И вот у меня такие же ситуации. 10-7 бы был. На Верпасе был всего еще 2 решающих раунда. Вот этот вот поющий слоник Кирилл Михайлович Бумыча. И вот этот вот раунд. Ну вот тут вот 2-3. Ну 2-2. Вы, сука, попала опять жабье эта лягуха в него фликом. Если... А на самом деле плату уже начали. А что ему делать-то тут надо было? Ну что ему тут надо было сама прыгать? На него эти 2 додика смотрят. Что ему надо было? Осуждаю. Запрыгивать что ли на ящик на это? Он бы сдох. Пытался сделать максимум. Ну не получилось. Ну это все равно. Вот именно после этого. Этот дур все равно горит. Ему что не случится, все равно у него горит. Ты, сука, ни стол не покупал. Успокойся. А меня не спихнем, все нормально. Решающая карта. Да, если что, не столько важна пистолетка, которую выиграли, Виталий. Так, сколько важно, как они, сука, рады. Опять эти да вот тут начали. Надо фликом, в спину фликом убиваются, запомните. Начать орать вот этого. Спина фликом убивается. Вот это, бразильская, как любили. Раньше, руками махать. Вот это они могут. Лучше бы тут КС играл бы нормально, под свинок. Нави, все эти крики могли заканчивать уже буквально на форсе. Вот смотри, 4-3 в большинстве. Шокс минус. Элик фраг минус. Элик 2-2. Бомба под 2 стоит. Ну тут перфекта немножко, может быть, где-то перегрессировал. Можешь затрейсить? Жаба прописала прострелом Сани Симплус. Обидно, блядь. Короче, Нави летели 4-1. На самом деле все плохо очень началось в этот раз. И кого благодарить, вы спросите? Ну кого? Ну все того же. Омский Газмяс остается 1-1 в клатче против 1-2 жабы и поджабника. И идеально разыгрывает. Спасибо, просто спасибо. По книжке. К 1-1 ситуациям. Красавчик. Такой важный, важный раунд был. И счет после этого сразу стал равнее. У них на замену там опять вышел второй додик. Да, у Райзена кипело вообще на Виталите жестко. Не игрушку, взрослые дяди разбираются, простите, господи, да позорник, а. Несутся его спасать, как будто воскресить его собрались. Куда вы? Еще и орех вместо него сдох. В это время на Б-планете прорвали Шакса, но в Меду законтролили Денчика. А может, с другой стороны, может, оно и к лучшему. Законтролили, так бы они сейвить ушли, если бы не было. А пошли и сдохли от Сани Сибла. Приперлись туда и девайс его бы отдали. Оп, нормально. Еще эко. Фига там флейме. Хорош. Классная флешка, братан. Такие, как только получали большинство, они быстро расслаблялись. Вот смотри, 4 в 3, да? Невера делает так и решает репикнуть. Парип получает. Лягуха прыгает в этом болоте своем, квакает, тоже минус. Второй опорничек Б-плантат. И все, остался этот дурачок местный, последний. Крип-мечник. Вообще не игрок, сука, да я не понимаю. Как можно вот настолько нагло? У меня типичные ошибки про игроков получаются, если анализировать вот такие моменты, когда они не убивают и когда залетают флешки. У меня типичные ошибки про игроков. А у них опять эко. Угу. Атака у Нави разошлась. Начав 0-4, закончить 10-5. Это просто подарок, это просто офигенно. Ну что, по-твоему, могут придумывать за скриптованные боты за атаку на пистолетке? Как удобно чесаться. Ну, естественно, раш Б, они позорники. Жалко, Флеймон какой-то здесь. Чекаешь позицию, потому что я их не знаю. Ну ты же видишь, 2 гранаты, нахрен ты так сел, башку-то видно. Или ты что там, выглядывал? Кто не ошибается, тот делал, так Шаксу пропишет, что не придумывает. What the fuck? Ну дальше решение, ну ладно, решение это прикольное. Ведь я вчера с Вадей вечером разговаривал. Вы знаете, как было придумано множество флешек, которые рабочие? Знаете как? Путем случайных ошибок. Челы случайно ошибались, а в итоге получалось лучше, чем было. И я также ошибаюсь, и каждая ошибка делает меня сильнее. И запушили вдвоем очко. Французы, ну, что от них ждать, да? Посмотри, также у каждого из вас такая же тема, ребят. Перебанил. Ошибки могут стать... Ну, а Нави-то втроем через тёмку. Дорогой к открытию. Повезло здесь больше Витькам немножко. Было бы там много, ошибается, мити, тот симпл, может, да, они бы да, сдохли да. Ну, снова, короче, как и на нюке, 2 пистолетки из 2. Первый бай, смотрим, Михалыч. Шаксом в банке чуть не поделили. Кстати, там видос в ДОСе вышел новый. Ну, там этот Шакса сдурел, дурень, как... Как внесется на ябче, тут ебись ты, говорит, закидывает его все, тьфу, ты сумасшедший. 6 хп у Шакса был, куда, блин. На Б-планте Флеймон классно сработал, это невера последний, но, сука, вот он еще, конечно, сопротивляется, в очко опять пикает, Дэна бомбу ставит. А гляди потом, что творит, а? Богоюзит. Но чувствую, что игра-то у Виталити уходит из-под чудо, рук. Ничего не толкового, ничего придумать не мог. Перфекта уже в соло закрывает. Отчаянный сплит вот не этот вонючий Б-плента. И в общем, Нави выходит на отличное преимущество. А там еще и длина провалилась. Нет, завтра миллионер будет. И все, что я могу сказать. Завтра Кирилл миллионер. Михайлович. Пошел ты, Кирилл Михайлович, сука, лучший капитан ever. Он играет 0-10, типа, и он посмотрим. Продолжает гнуть свою линию, а в следующем матче он играет... Ну, на голове же прицел, капитан, стреляй, бум! Ты понимаешь, 2 пистолетками Виталити, как на нюке, так и на Дасте 2, не смогли справиться с командой Нави. Ну, Нави в финале да, Бласта, 2 лучших команды осталось на турнире. Сюда. И знал бы ты, как я ждал этого момента в декабре.
Вот этот такой недовольный чел. О! А он реально отправил ему? Как факи показывать? Ну ты не мог никогда ничего, ты играть-то не умел никогда. Ты конфиксанить, если бы не конфиксанить симпла, тебя бы даже не взяли бы в Виталити никуда. А если бы не зайву, ты бы не выигрывал бы. Сидел там, говно вмесил в топ-30 ХЛТВ. Он прям расстроился. Фу! Обоссали лягуху! А что? Головой до ног! Бомбыч! Смотри, кто у нас такой? Чего такой токсичный? Господи! Ничего-ничего! Сейчас, кстати, сейчас РМР-турниры объявят! Объявят какой-нибудь жопа-кап! Потом какой-нибудь, блядь, турнир кожаный! И мяч у нас там за его набьет! Наколотит статистику! На топ-1 ХЛТВ! А нормальные турниры! Нормальные мужики! Играют в финале с Астралис! Лучшие две команды мира! Без всякого сброда! Ага, они сыграли! Ты, скорее всего, уже видел в первом ролике. А если нет, ролик по ссылке в описании. Спасибо, дорогие друзья. Историческая победа, реванс против Астралис. Фу, Виталий, Додика этого поставили на место. Ставь ролику лайк, ему там место. Подписывайся на канал. Спасибо за просмотр. Бага-бага. Бага-бага. Бонус. Кирилл-то давай. Хочу, чтоб прав, прав, а может даже дольше, а может навсегда. Ну, они сейчас кайфуют там. Сытый, довольный, да-да-да. Не, ну нормально, там нормально. Красавцы, красавцы на самом деле. Приятно, приятно. Так, у Доси там, Дося КС...